В Чувашии определили лучших юноармейцев. Для этого их пригласили в Чебоксары, где они поборолись за Кубок Общественной палаты республики. На смотр конкурс допустили лишь победители муниципальных этапов юноармейских игр. Жюри оценивало не только строевую подготовку, разборку, сборку автомата, но и способности к стихосложению. Вот поля пшеничные пламенем объяты, от пожарищ стелится дым и смрад кругом. Полчища Адольфовы, фашистские солдаты топчут землю русскую немецким сапогом. Эти строки про Великую Отечественную ученик столичной 40-й школы юноармеец Евгений Мальков сочинил сам. Информацию черпал из рассказов дедушки, который защищал родину в годы войны. Впечатление зарифмовал, так и родился стих. Впрочем, читать чужие творения жюри тоже не запрещало. Главное – выразительность, ведь юноармейцы априори должны быть разносторонними. Например, оттачивать не только строевую подготовку, но и танцевальные элементы. Когда ты в юной армии, ты танцуешь, это тебе тоже в будущем пригодится, допустим, там, на свадьбе там. Всего в Чебоксары приехали 15 команд из разных округов республики. Все они прошли строгое муниципальное сито. Смотр-конкурс провели на базе Дворца детского и юношеского творчества. Юноармейцев оценивали по 8 направлениям. Наравне с юношами свою подготовку демонстрировали и представительницы прекрасной половины человечества. Красивый маникюр – не помеха для того, чтобы в считанные секунды разобрать и собрать автомат Калашникова. Автомат собираю за 20 секунд, магазин разбираю за 23 секунды. Мне очень нравится этим заниматься. Статус юноармейцев в последнее время поднялся. Почему? Потому что создали всероссийское движение «Юнармия». Теперь не просто участвовать в каких-то играх, а надо быть членом этой организации, выполнять ее устав, поддерживать близкого, готовиться к служению Родине в течение всего года. Для юноармейских отделений смотр-конкурс «Зорница» в республике организовывают второй год подряд. Это идея Общественной палаты Чувашии. В этом году кубок по праву достался юным патриотам из столичной 40-й школы. Вероника Павлова, Диана Иванова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.